Девочки, всем привет! С вами Татьяна. И пропала я в последнее время немножко. Тут и семейных дел было очень много, и на работе тоже. Вот. Но сейчас должны выйти сразу несколько моих видео. Многие, я очень рада, ждут их с нетерпением. И скраповые, и детские. Вот. И первое из новых видео – это видео о большой распродаже вещей от Надюшки. Видите, огромная такая куча вещей. Под видео, сразу говорю, оставлю свою электронную почту и страничку ВКонтакте. Если вам что-то понравилось, вы туда пишите, я вам скажу цену. Естественно, когда вы берете много вещей, я буду делать хорошую скидку. И первое, это вот такой вот новогодний костюмчик, который в том году Надюшке мы одевали на Новый год. Он от Мазерке, и в подарок к нему будут вот такие вот тапочки, носочки с оленятами. Вот, а костюмчик он состоит из таких штанишек и платьице. На самом деле здесь размер у него идет 6-9 месяцев, но в реальности, в принципе, мазаки, ну, как бы больше мерит, лично мне кажется, и до года вполне подойдет. Вот такое платье, костюм Миссис Санта назывался. Он такой немножко, как вот, не знаю, плюшевый, с таким тепленьким воротничком. Вот, Merry Christmas. Прикольно она в нем выглядела. Я выкладывала в том году фотки, видео делала такое с фотографиями. И это первое. Так, костюмчик Миссис Санты. Дальше, что у нас еще? Это такие осенние штанишки непромокаемые от Baby Go со светоотражателями. На самом деле они вообще практически новые. Я их купила тогда на распродаже, но что-то как-то оказалось, мы их весной не носили, потому что носили целиковый комбинезон наш рымовский. Вот. А размер у него, по-моему, 86 у этих штанишек. Вот такие вот штанишки. Вот. Вот такие они сзади, серенькие, такие вот непромокаечки. Сейчас покажу. Видите, они все в очень хорошем состоянии, практически, можно сказать, что новые. Так, дальше это вот такой вот утепленный от Мазыкия вельветовый комбинезончик. Он на подкладочке, на хлопковой. Достаточно такой тепленький на вот на сентябрь. Очень хорошо смотрится, что-то свет у меня как-то не очень темно-синий, вельветовый такой вот. Так, может быть, сейчас лучше будет вот такой вот вельветовый темно-синий. Так, дальше вот такая вот курточка-плащик от Мазкея. Изнутри, видите, тут флисик. Вот такой тепленький плащик на кнопочках. Очень красивый. Размер у него, по-моему, 12-18 месяцев, если я не ошибаюсь. Вот. Такой вот мы его в нем и весной ходили, и осенью. Очень красивый такой нежненький плащик для девочки. И здесь вот лёжечки на комбезике. Здесь в капюшончике тоже флисик. Очень красивый плащик. Так, дальше. Это одна из моих любимых курток от Зары. Это такая она демисезонная, уже на холодную осень. Видите, она на синтепоне. Размер у нее 12-18 месяцев, 86. Зара идет в размер, не больше мерит. Вот такой вот демисезон. Здесь резиночки. На самом деле, если бы не такой холодный ноябрь у нас здесь в Москве, мы бы в ней, наверное, еще бы походили. Вот такая курточка. Тоже она у нас в достаточно хорошем состоянии. Тепленькая. Так, дальше всякие свитерочки пошли. Это свитер от Baby Go. Размер 80. Вязаный такой. Кардиганчик нежно-розовый. Вот. Достаточно красивый, тепленький. Можно в поликлинику куда-то одевать. Так, с кармашками. Так, следующий сарафанчик от Смик. Здесь вот снизу на резиночке. Здесь такой как будто бы вытертый. Изнутри здесь вот он такой розовенький. Размер у него 80. Это Смик Cool Club. Такой вот хлопковый джинсовый сарафанчик.
Дальше две толстовочки от Baby Go. Одна на 80, она на хлопковой подкладке, но внутри она такая вот как с начесиком, с таким вот тепленькая. Так, и вторая, тоже Baby Go, это уже 86, она вот с таким вот... На самом деле та, по-моему, 86 написана, а это 80. По факту, мне кажется, что ярлычки были перепутаны, потому что это больше. Здесь вот такой тепленький капюшончик. Тоже она вот изнутри утепленная такая с начесиком. Очень теплая. Вот такая толстовочка. Любила я, очень серенькая. Так, следующая курточка осенне-весенняя, тоже вот Baby Go, 86 размер, с ромашками. Носили мы ее вот с этими джинсами, с гэповскими. Здесь вот, видите, такая подкладочка красивая. То есть, когда еще немножко великовато, нам они сначала были, мы подворачивали. Такой красивый эффект создавался вместе, смотрелось очень классно. Вот она такая, май, август, сентябрь, я бы сказала. Вот, 86 размер. Такая вот курточка. И вот эти джинсики, это гэп. Здесь вот резиночка такая на поясе. Очень удобно. Не люблю, когда застежки на джинсах, на детских, неудобно. А здесь вот такая вот. Тоже они, видите, не обтрепаны ничего нигде. Все здесь у нас хорошо. Мы в них вот отходили и летом, когда холодно было, и весной ходили, и осенью. Вот так, такие вот джинсики. Так, дальше. Это такая вот осенняя шапочка. Покупала я ее в Мазыке. Честно говоря, вот такая фирма. Не помню ее. Какая-то шведская, по-моему. Она здесь шерстяная и внутри хлопок. То есть это не зимняя, а именно такая осенняя, весенняя шапочка. Очень красивая, с такими цветочками. Потом две пары таких, я бы сказала, ритузиков. Это я брала в том году в Стокмане, но с размером промахнулась. Это на размер 80. Вот тут боги фирмы, которая в Стокмане продается. Они без ножек, то есть под комбезики зимние. Они такие вязаные, можно на колготочки надевать. Одни вот такие брусничного цвета, а вторые такие темно-синие. Они вообще новые, то есть мы их ни разу вообще не надевали. И куча еще всякой мелочевки. Значит, здесь бодики. Это 80, по-моему, размер. Да, это вот Baby Go, вот с такими мышками симпатичными. И в цветочек такой нежно-розовый бодик. Потом один бодик у меня остался от набора Картер с размер 12 месяцев с птичками. Так, футболочки мазакеевские. Одна вот такая с девочкой красивая, с объемными такими здесь вот как аппликациями. Розовенькая футболочка. Тоже все мазыки. Лосинки. Это был комплект. Такие вот 12-18 месяцев все. И к ним такая вот футболочка. Это набор. Потом кофточка тоненькая, обычная хлопковая с мини. Это, по-моему, Дисней, да. Размер 80. Вот такой вот мини. Вот это вообще моя любовь. Это вот такие с ромашками классные джеггинсы от Baby Go. Они хлопок, но тянутся. Классно очень сидели, смотрелись. Это вот на прохладные такие летние вечера или уже конец мая, или дома можно ходить модничать. Очень классные такие по джинсу сделанные. Так, и спортивный костюм. Вот такой вот мятно-бирюзовый с Микки Маусом. Где-то вот он на 80 тоже идет. 80-86. Сзади на штанишках вот такие прикольные ручки-лапки. Вот такой вот спортивный костюм. Так что вот такая огромная куча вещей нашей распродажи. Пишите свои вопросы. Удобнее, конечно, в ВК, наверное, писать. Вот, спишемся. Естественно, если будете, чем больше берете, тем я больше сделаю скидку. Все, всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ваша Татьяна.